постель? Дэймон, полотенце, стучи. Кэролайн, всем пофиг. Нет. Если бы ты просто сказал правду, этого можно было бы избежать. Да ну, спасибо, Кэролайн. Твои колкости просто бесценны в этой ситуации. Ты? Ты ненавидишь меня. Однажды ты сказала, что называть меня дьяволом было оскорбление для дьявола. Да, никто не идеален. Спасибо. Что ты делаешь? Дэймон, перезвони ему сейчас же и скажи ему прекратить. Дэймон, перезвони ему. Просто, чтобы ты знала, сотрудничество не рассматривается. Эй, хомячок, это не для тебя. Я думаю. Эй! Зона 51. Не читай. Ты что пила? Перестань. Как дела, блондиночка? То есть убьет меня и мою сексуальную блондиночку. Доброе утро, голубки. Ты издеваешься? Я принес вам дорогущий натуральный кофе. Сливки, сахар, все как любите. А вообще-то я ненавижу кофе с сахаром. Кэролайн, не волнуйся. Я им не дам тут глупостями заниматься. Никаких искр былого пламени в мою смену. Не-а, ни за что. Выпьешь? Я на 28-й неделе. Это да или нет? Что происходит у тебя в голове? Мне правда интересно.